Мы сейчас находимся в Василькове. Так вот, батут. 15 минут 50 гривен. Вот такой огромный. Сегодня пятница, сегодня дискотека. Это у них вот эта река называется Венеция. И здесь построили вот такие вот фонтаны. Вот люди играют в какую-то игру, картошка, вот там дискотека. Ну, а мы, так как у нас детки, мы сейчас пока на фонтанчиках. Круто здесь. Чувствуется праздник, чувствуется пятница, чувствуется отдых и чувствуется выходной. Детская площадка есть. Так немножко выйти от дороги. И мы идем кушать пиццерию. Chicken hot. Идем. Кто у нас?